На внеочередной 35-й сессии городского маслихата было принято решение об утверждении состава акимата города Семей. Представлены вновь назначенные руководители отделов. В ходе сессии было принято решение об изменении правил оказания социальной помощи, установлении ее размера и определении перечня отдельных категорий нуждающихся граждан. Были затронуты вопросы детей с особенностями развития, людей с инвалидностью. Разработана в соответствии с пунктом 1 статьи 11 закона РК о социальной защите лиц с инвалидностью, под пунктом 4 статьи 16 закона РК от 11 июля 2002 года о социальной и медико-педагогической коррекции детей с ограниченными возможностями. Решение маслихата – оплата услуг и репетиторов для детей, обучающихся на дому с инвалидностью. Можно будет приобрести канцелярские товары, учебную литературу. В ходе совещания был представлен руководитель управления полиции города Семей. На эту должность был назначен Кайрат Абдигалиев. Присутствующий на сессии аким города Нурбол Нурсагатов отметил важность совместной работы и необходимость обратной связи с общественностью города. Обратная связь с населением должна быть улучшена. По такому принципу мы сейчас работаем. Теперь это будет напрямую зависеть от вас. Какими бы ни были вопросы, будь то день или ночь, мы всегда на связи. Но не все проблемы решаются за один день. У нас большие планы на следующий год у городского акимата. На сессии было отменено решение об утверждении правил управления бесхозными отходами, признанными решением суда коммунальной собственностью города. Депутаты единогласно поддержали вынесенное решение по вопросам повестки дня сессии. Ботагоз Зандыбаев, Рустем Хайратулла, Адильжан Бисингазинов, телеканал «Семей».